Продажа земли по очень низким ценам, ипотека с сомнительно минимальным процентом. По словам представителей столичной прокуратуры, это самые распространенные уловки мошенников. За 11 месяцев года зарегистрировано более 4000 фактов обмана. Преступники, чаще всего мужчины от 20 до 40 лет, выдают себя за сотрудников финансовых структур и местных исполнительных органов. В качестве жертв выбирают доверчивых горожан, имеющих крупные суммы или недвижимость. Чтобы предотвратить подобные случаи, представители прокуратуры проводят разъяснительную работу, распространяет информацию в общественных местах. Результаты, отмечают эксперты, есть. За последние месяцы факты мошенничества в столице снизились почти на 4%. Граждане должны быть на 100% уверены, что их не обманывают, иметь хоть какую-нибудь гарантию. Для этого они должны изучить все правоустанавливающие юридические документы, это если касается юридического лица. В том числе выяснить характеризующие данные о личности, которые предлагают подобные услуги, узнать настоящую рыночную стоимость того или иного имущества и также причины, по которым гражданин-мошенник пытается предоставить данное имущество.